А где вы в основном выступаете, скажем? В основном ночные клубы. Угу. Столичные или вы по всей стране? По всей стране. Угу. Есть любимые места? Города, Бейси? Города есть. Одесса. Одесса? Одесса, да. Мы отмечали в этом году Новый год в Одессе. Ага. А не любимые? Не буду говорить. Почему? Боитесь? Что не сможете сюда приехать больше? А я туда не приезжаю. А, то есть они нелюбимые априори. То есть априори. Нелюбимым стал родной город, как ни странно. Почему? Родной город ни разу в жизни не пригласил меня на концерт. Они считают, что я должен прилетать для них и петь бесплатно. Они это кто, власти? Кто их знает? Кто-то так почитал, считает. Так случается. Но если вы там... Когда вы там были последний раз? Я пытался приехать на концерт, но его отменили. Там, так, это когда было? Это было месяцев 5 там, назад. Ага. Там была перепродажа билетов и... Перепродажа, в смысле, продали больше, чем... Больше, чем нужно. Так это хорошо. Нет, зал разрывался, человека убили. То есть задавили человека. И я отказался выходить на сцену. Угу. Это мы про Новосибирск говорим. Угу. Понятно. Ну, если вы там давно не были, вы же не знаете, может быть, там в школе, в которой вы учились, уже доска висит, мемориал. Нет? Не висит? Нет. Я там толком не учился. А. Ну, тем более, тогда может быть висит. Тогда висит, да. Наш самый не ученик. То есть вы ни с кем не общаетесь из новосибирских? Я какую-то телепередачу душераздирающую видел, из которой следует, что вы с мамой там в каких-то отношениях. Ну, у нас с мамой такие натянутые отношения. То есть все правда, да, что в этой передаче рассказать? Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».